Всем привет! Давайте в этом видео разберем, как сделать вот такую вот накидку, ткань, материал. Давайте поехали. Вот что-то такое можно сделать. Вот так оно выглядит. Давайте поменяем материал, чтобы вид был цвета. Так поставлю. Вот такую накидку можно сделать. Не смотрите, что она недоделанная. Плохой вид, возможно, имеет. Где-то некачественная. Я ее сделал просто для образца, чтобы показать, как это все можно сделать. Так, давайте разберемся дальше. Давайте обрежем нашу модель. Вот это удалим часть, оставим только вот голову. Приблизим. Вот так она выглядит. На обрезку не смотрите. Нам пригодится низкополигональная модель. Даже нужно, можно еще больше понизить. Потому что в той программе, в которой мы будем делать эту накидку, да, не в ZBrush будем ее делать, а в блендере. И вот так мы ее сохраняем. Сохраняем, делаем экспорт. И сохраняем на рабочий стол или куда у вас там все файлы скидываются. Так, и вот мы теперь в блендере. Давайте все это дело удалим, очистим нашу вот эту поверхность. Нажмем А, еще раз А. Выделим все объекты, свет, источник света и так далее. И вот здесь вот в инструментах удалить. Нажимаем еще раз. Все, очистили поле. Систему я объясню на сфере, потому что на этой модели очень долго. Вы в конце посмотрите ускоренную съемку этого процесса. Открываем объекты. Открываем UV-сферу. Добавляем. Вот она у нас появилась. И тут же добавляем плоскость. Все, мы это добавили. Плоскость поднимаем чуть повыше. Приближаем колесиком, крутим, тоже зажав колесико. В принципе, кому надо будет, разберетесь в этой программе. У меня видео по ней уже есть, начальное. Так, все это у нас есть. Теперь нам что нужно? Добавить вот сюда полигоны. Заходим, нажимаем табуляцию, кнопка Tab. И входим в режим правки. Так, теперь заходим в инструменты и находим подразделение. Вот здесь будет Subtool написано на английском, у кого на английской версии. И вот так вот добавляем. Вся загвоздка в том, чем больше вы добавите полигонов, в зависимости от мощи вашего компьютера, ноутбука, ну, подвисает по-любому. Так что надо все это дело подгадать, посмотреть, как все ведет себя. Так, все, это мы сделали. Теперь табуляцию опять нажимаем и заходим в режим объекта. Все, вот у нас подготовлено. Вот здесь вот есть у нас тоже панель сбоку. Мы его можем выдвинуть вот так чуть побольше. Так, и теперь нам нужно вот этому материалу и вот этому придать, ну, так сказать, что делать. Вот заходим, давайте, вот заходим в физику. И выделенная модель у нас сейчас вот площадь. Ставим ткань на нее. Вот мы включили ткань. И теперь заходим в столкновение ткани и ставим самосталкивание. Вот, вот эту ставим. Также правой кнопкой мыши переходим, жмем на нашу сферу и ставим ей столкновение. Вот здесь вот тоже вкладки физика. Вот здесь есть настройки. Пока я ничего не буду ставить, давайте посмотрим, как это все работает. Все вот у нас установилось. Нажимаем вот эту клавишу Play
И вот так вот она у нас падает. Назад вернуть делаем стоп и возвращаем ползунок назад. Сейчас я поменяю. Вот здесь есть включить еще одну панель. И идем до низа. Так. Вот у нас стоит тут сфера, показатели все и так далее. Нам нужно поменять внешний вид сферы. Нажимаем OpenCG Lights. И вот они у нас сферы, как в 3D Max. Потом идет у нас разные настройки в блендере, Blender Soft и так далее. Вот давайте поставим, посмотрим, как это все. У меня в прошлом видео все это есть, посмотрите. Вот она Maya. Подберем, вот это, я думаю, будет более подходящее. И уберем эту сферу. Колесико приближает, не забывайте, и колесико крутит. Поставлю вам вот так боком, чтобы вы видели. Опять включим play. Вот она у нас так падает. Давайте вернемся. И теперь переключимся на ткань. Что здесь мы можем сделать? Есть вот здесь предустановки ткани. Тут есть кожа, шелк. Разберетесь, посмотрите, кто хочет, переведет. Давайте посмотрим, как разный материал действует. Увидите, разница в чем. И можно теперь добавить шаг. Вот так мы добавим. Вот так у нас все получается. Чтобы было больше складок и качественнее, нужно добавлять полигоны. Саптулы. Я вам уже показал, где. Но будет чуть-чуть подтормаживать. Давайте попробуем добавить. Жмем табуляцию. Переходим в режим правки опять. Колесиком поправим. И зайдем. И опять подразделение. Вот вы видите, мы их прибавили. И теперь давайте зайдем в режим объекта опять и посмотрим, как все это действует. Режим перестал действовать. Можно вывести на дальнюю сторону вот этот ползунок и попробовать еще раз. Вот она, вы видите, насколько она медленно опускается. Подтормаживает все. Вот он лег, вот какие-никакие складки. Здесь, кстати, можно все прибавлять, делать более качественно. Вот они, структурный воздух можно добавлять чуть больше. Добавляется левая кнопка и ведете вперед или в бок, влево, вправо. Она прибавляет скорость. Падение тоже есть. Пиннинг – это работа с точками. Это уже вы посмотрите в другом видео. Посмотрите настройки и можно переключиться на сферу. Здесь тоже есть вот множитель, можно прибавить снаружи и изнутри. Идут вот эти вот неровности, допустим, поглощение прибавить и так далее. Вот есть такой способ, незатейливый, быстрый. Тут, конечно, можно все это сделать и посложней, но для объяснение, я думаю, хватит пока простого, так сказать, простой работы. Так, все, теперь давайте посмотрите, как делается видео. Я сделал видео ускоренное по работе с моделью. Уже на голову падает вот эта вот ткань.
посмотрите. И потом посмотрим уже в ZBrush, как все это будет выглядеть. Результат вы, наверное, посмотрели. Видео сделано с маленькими полигонами, так что за качество извините. Давайте теперь посмотрим, как это все будет выглядеть в ZBrush. Я сохранял 4 варианта. Вот этот первый. Если добавить, допустим, полигонов, вот такие складки у нас получаются. Вот так все это выглядит. И это можно все переделать, сделать более качественным. Кое-где убрать, кое-где подогнать. Так, давайте теперь еще один вариант посмотрим, какой у меня получился. Вот еще один вариант, который есть. Это вот маленькая ткань, маленький кусок, который можно вытягивать и уже здесь на месте вот так вот им работать. Также все это отделяется на сабтулы, делится. Давайте еще один посмотрим вариант. Вот это уже другой вариант. Вроде похож, но все равно. Заходим в сплит, делаем сплит to parts. Отделяем волосы, голову от нашей модели. И вот так можем теперь с ней потихоньку работать. Потом можем долепить. Если не видно какие-то части, вы уже, наверное, знаете, есть Display Properties и ставим дубль. Вот они, все части у нас появились, которые не были видны. И вот так, добавив дивайдов, можно использовать Clay Birds и вот так вот долепливать складки или использовать маскирование и потом инвертировать и работать уже с деформацией, а потом дорабатывать. Это как вариант. Что дает нам ZBrush по вот такой, по такому варианту изготовления? Это прошлые видео наши, это кисть Curve Surface, которая работает вот так вот. Создает тоже похожее что-то на ткань. И еще одна кисть у нас есть. Это так, есть топология. Можно это все делать топологией, опять же. Вот таким образом. Конечно, чуть-чуть это будет долговато. И можно делать это все Curve Bridge. Уже как мы делали юбку. Просто нужно будет голову продублировать. И одну голову кое-где надрезать, кое-где создать вверх-вниз и так далее. Это в следующих видео, может, покажу это, как все это все делается. Все, всем до свидания, всем пока.